Итак, какой у вас план, Дарья? Вернуться к работе. К какой работе? Что-то нечисто. Дела пропадают, когда судье дают меморандум 618. Что за меморандум? С его помощью те, у кого есть деньги и власть, могут уклоняться от постановлений суда. Сэр? Мне отвечать? Да. Я пользовался своим правом. Каким еще правом? Не могу сказать. Это мое право. Один юноша просил учителя открыть ему истину. Учитель окунул его головой в воду и сказал: «Приходи, когда захочешь правды, как воздуха». Так мы должны захотеть правду. Вот что такое власть. Поэтому люди выбирают право. Чудесно. А вот и разгневанная черная женщина. Кто считает, что ситуация неприятная? Кто считает, что это недопустимо? Я думала, что хуже неприятной уже не будет. Можно проголосовать заново? Деньги все меняют. Но ведь закон един для всех. Если будет иначе, нам конец. Все рухнет. Ваша честь, позвольте мне объяснить логику действий. Боже мой, как многолика ненависть. Обычно я не ругаюсь, так что, когда я так делаю, есть особая причина. Это просто г***ный стыд. Ты что-нибудь знаешь про меморандум? Понятно, я так и думала.